Всем привет! В одном из видео я вам уже показывал держатель проводов. У меня был маленький такой зелененький на 5 проводов. А сейчас у нас Арика. Держатель от фирмы Арика. Вот такой вот он красивый. И здесь у нас уже на 7 проводов. Пришел он в обычном пакете, ну типа такого. Куплен был в магазине Gearbest. Мне понравились вот эти держатели. Они действительно очень удобные. Очень хорошо на них крепить провода. Ну, как здесь на рисунке. Но не только провода. Я вам сейчас покажу еще одно применение. Я нашел им применение не только для того, чтобы крепить провода. Очень хорошо в нем укреплять инструмент, например, пинцеты. Ручки, которыми я пользуюсь. Ну, также, естественно, можно и отвертки всякие сюда засовывать. Например, вот так. Получается тоже достаточно здорово. Например, можно прикрепить на шкаф. На какую-то полочку для того, чтобы вставлять сюда инструмент, чтобы был сюда под рукой, не валялся. То есть это такой органайзер у нас не только для проводов получается, но и для инструмента. Ну и провода, само собой, очень удобно тут размещать, чтобы у вас они не топорщились, где-то не выходили там прям паутиной, можно закрепить и будет очень аккуратненько и красиво. Существуют они разных цветов в магазине, так что выходите, смотрите, стоит недорого. И штучка замечательная. Я вам советую, как видите, не только для проводов. Всем пока, до новых встреч, ссылочка в описании под видео. Пока!